Здорово всем, друзья, с вами DoublePlay, на этот раз у нас игра под названием Bug Heroes. Ребят, такая классная музыка тут начинается, все такое движ. Короче, это у нас герои баг, это у нас жуки, да, жуки-герои. Это у нас Tower Defense с возможностью управлять героем, который будет всех мочить, всех валить, вот так вот, видишь. Ничего не понятно, это какой-то шарик с глазами, шапкой и, блин, со стволами. Наступают вражеские букашки, подготовить пулемет, а вам всем приятного просмотра, погнали смотреть, что это за игра такая. Так, строим, что это такое, 150 болтов и гай, можем поставить себе очередную вот, выглядит, конечно, все классно пока. А, теперь можем решить, куда его поставить, ну хотя, видите, нам пока сюда надо, давайте поэтому сюда и поставим, блин. А ну, ставь, все, покупаем. Ну, я так понял, это обучение нам конкретно дают область, где мы можем с вами застраивать свои башни. Так, передвигайте муравья с помощью виртуального джойстика. А, вот, кстати, наш герой, соответственно. Что-то мы прям на воздухе кого-то поставили в башню. Волна 1, нажимаем, поехали. Это наш... А, это прям от выхода, да, мы поставили свои башни. И ты опять-таки говорю, такая наша башня стоит, будто прям на воздухе. О, все уже, первая волна пройдена. У нас 80 болтов, мы особо ничего не можем. Здесь 150 хп у нас на главном герое, так скажем. Нашем главном жуке. А находимся мы с вами, я так понял, на кухне, да. Да, на кухне, на столе мы вот такую вот дорожку себе сделали, да. А тут у нас, я так понял, сладости и вкусняхи, которые мы с вами защищаем от вражеских тараканов. Волна 2, поехали. О, кстати, можно что-то подбирать. А это кто такой? А, он типа я помогу со... А, он помогает нам собрать. Тю. А я думал, это типа наш, ну, типа враг. Так, блоха X8. У нас 8 блох будет сейчас нападать на подходе, да. Давайте подготовимся. Блохи — это дело такое неприятное. А ну-ка, поставим еще сюда. А ну-ка, здесь не можем поставить, к сожалению. Давайте вот... Вот я вот знаю, ну, так скажем, по своему опыту. Вот именно вот самый лучший... А ну, так можно поставить, например? А, он автоматически ставит там, где можно. То есть на поворотах лучше всего, потому что вот, ну, больше области дороги мы с вами занимаем, когда мы ставим именно на угол вот эти вот. То есть оно вот тут где-то будет все это делаться. А, кстати, улучшать мы можем? О, кстати, улучшать тоже можем. И это, в принципе, недорого стоит. Ну, вот это, кстати, тоже на углу находится пулемет. Давайте его и, соответственно, мы улучшим. Раз улучшили, два улучшили. И... Да, вроде, да? Короче, теперь у нас две звездочки на вот этом пулемете. Волна 3. Да, пока все легко проходится вроде. Побежать врагов, чтобы открыть новые башни в награду. О, ничего себе. Удерживать всех врагов поблизости. А ну-ка, откроем. И стоит оно недешево, кстати. Блоха на горизонте. Коснитесь для просмотра информации. Это так забавно выглядит. Ты, блядь, какой опасный, смотри. Глаза ты такой с ножом, блин. О, зарежу. Резня, как это есть от этого. О, еще и личинка какая-то тоже такая же забавная. Ух ты, блядь. Ты себе, у него вообще такие зубы огромные. Злой такой, глазастый, блин, личинка. Постойте, молотковую башню. 25. Так, ну у нас же денег ухватит. Да, 300. 300 надо. Это вам не по средствам, да я понял уже. А ну-ка, оп, оп, валим, валим. Все нормально. Справляемся. А ну, а мы можем использовать какой-то навык? Мы можем улучшить своего главного героя за 200 болтов плюс 25 урона. Ну, пока не надо. Нам бы сейчас вот, например, молотковую башню построить. Давайте еще раз. Вот неплохо справляемся. Быстрые, конечно, эти блохи, на самом деле. Но мы им не даем никакого шанса. Ну, а вот эти, видите, личинки, они такие ползут медленно, долго. Так, еще одна волна. Так, он собирает, да, нам? Да. А, мы сами можем тоже, блин. Я так понял, мы должны это успевать все делать в течение волны. Капец, блин. О, успели. Это босс был.
это был мини-босс. Босс плоха с короной на голове. Так. Да, выручает, конечно, вот этот персонаж главный, да, главный герой, так скажем, которым можем управлять, иначе нас бы сейчас коцнули. Причем так нормально. Сержанты привлекают башенные снаряды. Что это такое? И сержанты. А так, теперь давайте молотковую поставим. Вот, наверное, вот это было бы лучше, да? Вот здесь поставить. Хотя давайте... Оно немножко, видите, будет. Ну, небольшая, конечно, область захвата так будет, скажем, у этой башни. А, видите, она типа на поле. Вот тут типа, если вдруг с края ставишь, да? Вот здесь типа у нас вентилятор, типа она парит в воздухе. Волна 7, поехали дальше. Кстати, я могу еще получать вот это все. Добро. Почему бы и нет? Так, завалили их. Так, я даже не понял, как оно работает. Ну ладно, допустим. Давайте молотковый улучшим. Вот это еще, кстати, улучшим свою первую башню, которую мы поставили сами лично. Собственными жучарскими руками. Жучьими, да, так скажем. Так. Глаз зачесался. На блохах глаз укусило. Ой. Не, ну легко пока справляемся. Но это типа что, личинка была босс. Да. Само уже название звучит забавно. Личинка босс. А что это он так типа горит как будто? Это типа так должно быть или что-то мы не так делаем, поэтому оно. Так, давайте пособираем. Ну вроде башни наши неплохо справляются, поэтому оп, вот здесь, конечно. Опа, нас тоже могут бить. Так, герои едят из запаса, чтобы излечиться. Хорош. Так, собрать автопушка. 225, в принципе, мы эту автопушку спокойно можем поставить. А, не, собирает, видите? То есть она не пропадает. Если волна заканчивается, она не пропадает у нас. Это уже хорошо, это радует на самом деле. Так, а теперь у нас будет автопушка, ребята. Нифига себе, какую она область занимает. Вот так. А теперь при улучшении... Ух, ни хрена себе. Давайте улучшим, конечно. Теперь оно... Нифига себе, всю площадь занимает. Класс. Супер. Вообще шикарно. Не зря я купил, теперь оно тупо всю дорогу будет занимать. Да, лучше помогать своим башням. Видите, все равно эти гаечки, эти болтики, они не пропадают. То есть их можно и после волны тоже побегать, пособирать. Круто. Автопушка еще к тому же, кажется, массово бьет, да? Но оно их взрывает нахрен. Отлично. Мне это нравится. Мне это полностью устраивает. Так, улучшите муравья, кстати. Надо муравья тоже улучшить. Нам за это дают еще дополнительные болты. Бронированная личинка на горизонте. Какая она. Бронированная, да, живучая. Вот это, наверное, имеется в виду. Вот эта личинка. А, ну ее уже завалили. А я могу... А, нет, не могу ходить. По воздуху. Парить. Так. А, вон она, оказывается, так она выглядит. То есть каждый этот враг у нас показывает. Так, улучшите муравья. Ну давайте улучшим. Хватит ли нам? Нет, еще чуть-чуть осталось, чтобы улучшить муравья. Это что у нас? Нажмите, чтобы выбрать цель муравья. А, нажмите врага, чтобы выбрать цель муравья. А, давайте. За это нам, кстати, сейчас заплатят. Так, нажал. Вот, выбрал. Хорош. Блин, живучий, да. Живучий выпадает. Сейчас надо, кстати, улучшить своего муравья. Как можно скорее. Все-таки он круто выручает на самом-то деле. Так, 200. Улучшили атаку. Плюс 25%. Так, урон уже куплен. То есть все, это все улучшения. Но это пока что, наверное, так. Ну, столько улучшений у нас. Дальше будет больше. Не, отлично, отлично все у нас работает. Кстати, я думаю, еще одну такую пушку поставили. Очень, очень классная на самом деле эта пушка. Честно говоря, это молот башни не особо меня
впечатляет. Хотя нет, что, оно, видите, откинуло блок в сторону, и эти блохи в итоге возвращаются сначала на дорогу, а потом уже дальше идут. То есть они не могут напрямую идти вот на наше вот сокровище, на нашу жратву. Вилка даже торчит. Так, что у нас тут? Заданий вроде бы нету. Давайте купим еще одну вот такую. Просто шикарная эта штука. Я не знаю, надо по-любому ставить. Вот, наверное, ну, вот здесь давайте поставим. 225. Улучшить пока, к сожалению, не можем. Прям в ноль вышли. Ничего себе. Так, давайте посмотрим. А, у нас 5 всего лишь. Надо сколько? 50, кажется, сколько там надо? Для улучшения башни вот этой. Автобашни. Да, оно бьет АОЕшно, или как по-другому. По массово, короче, бьет какие-то. Пушка. И далеко бьет, и, блин, массово вообще просто. А, давайте, кстати, улучшим. 25% урона. О, еще хватит даже. И скрыто. А, наверное, вот то, что они вот подсвечены, так это и есть. То есть они дальше стреляют, чем могут, да? Это типа благодаря нашему главному герою, типа вот этому. Ты что? Наступает босс, убийца Карл. Фига себе, на какого-то трансформера, на десептикона похож, чем на кого-то. Да, я, наверное, почти угадал. Это какой-то, блядь, робот нам. Пользуем суперспособность муравья. Суперспособность! Выглядит, конечно, классно. И что я сделал, я особо не понял. А, я типа усилился, наверное. Видите, мой вот этот персонаж подсвечивался начал. И все? Я думаю, будет посложнее. Комната пройдена. Дом, в котором живет муравей. Кухня. Запас еды больше стал. Получено золото. Улучшен персонаж. Снаряжение один. Короче, что-то быстро все это происходит. Можно повысить уровень теперь нашему муравью. Получен металл золота. Ничего себе, мы прям идеально прошли. Наверное, выше золота есть что-то. Если есть, то это платина. Но на золото, за золото тоже нормально, так скажем, поборолись. А, почему золотой нет? Но я так понял, золотой это самый лучший. Я случайно нажал, я хотел еще посмотреть, что там есть. А, то есть, ни одно хп не потратил наша вот эта самая база. Поэтому нам золотой дали. То есть, выше этого, думаю, уже не будет. Так, собрать. 5 самоцветов. Открывает новые дома, 50 ключей. Хорошо, допустим. Блин, как мне нравится эта игра, блин. Выглядит супер просто. Повышайте уровень героев за золото. Ну, понятно, что это первое задание, ребята. И оно, ну, понятное дело, что простенькое такое, да? Новый уровень. Используй способность героев в бою. Так, а переносная турель, лучшая способность. Герой муравей, ага, это, кстати, мы не видели про такой турель. Постройте турель неподалеку, здоровье турели составляет 50, она наносит 10 урона и разрушается через... Понятно, это дополнительные навыки нашего героя. Так, что у нас тут? Так, снаряжение 1. Так, мы повысили уровень, получили за это навык новый. Так, умелец, башни рядом с муравьем получает 100% дальность. Да я же говорил, что это от героя у нас. Такой баф, да. А это у нас понятно, что это пассивка, короче, это навыки. Так, а что у нас дальше? Плазменная пушка выстроится огромным плазменным шаром в точке, по точке, который взрывается и носит 450 урона врагам в радиусе 100 сантиметров. Это очень много, 100 сантиметров для мерки этих букашек, так скажем, мелких. А, заблокировано муравей. Чего заблокировано? Что это свой? Тяжеловесные слизняки. Муравей, пулеметные башни и переносимые турели в радиусе. Кто сначала атакует быстрее. О, еще одна пассивка, которая улучшает наши башни. Так, что у нас дальше идет? А, это наша база. Ее тоже мы можем улучшать, кстати. Че нет? Нужно больше опыта. Хорошо, понятно. Пулеметы можем улучшать свои. Ну, опять-таки, для этого все нам нужно побольше опыта. Так, улучшение доступно на уровне букашки 5. Так, это надо уже за кристаллы, за 5000. Ну, хорошо, допустим, башни.
героя. Вал урон. 100 плюс 150% урона и число выпускаемых снарядов. Ничего себе. То есть сразу по 3 выстрела будет. Ничего себе. Это круто. Так, это у нас понятно. Это у нас так. Герои. О, еще будут всякие. Нифига себе, сколько их тут. И что надо, чтобы типа жука открыть? Так, жук это танк, отбивающийся своей огромной дубиной. Отполучишь букашек. Когда любой герой получает урон рядом с жуком, он копит свою ярость, пока не взрывается на противников. То есть у нас жук взрывается, то да. 412 хп, вес 150. 270 атака. А, блин. Я вышел. Ну ладно. И по дороге стоят дома, которые охраняют жук и паучиха. И куда же дальше? Я думаю, паучиха, это я так понял, можно посмотреть? Ага, она больше дамагер, и она ближнебойная. Герой, так скажем. А ну-ка. Давайте, да, танк. Черт его знает, может танк лучше. Короче, я думаю, в любом случае мы их всех сможем открыть. Я понял. Так, а, это еще... То есть и муравей будет, и она тоже в том числе. Блин, тогда может быть надо было танк лезть, если можно двумя героями сразу. А, блин, их можно выбирать прямо во время боя. Это так круто, ребята, на самом деле. Супер. Ладно, допустим, я думаю, что и жука тоже мы с вами откроем. Давайте не будем сразу печалиться по этому поводу. Понятное дело, что я беру автопушку, ребята, потому что она очень имбовая, особенно с этим героем. Вот, и берем отсюда, потому что она же прям до самого этого конца стреляет, и там проблем не будет. А ну-ка, давайте посмотрим. Видите, какой радиус? То есть, а теперь, если выберем радиус, сразу уменьшается. Я не знаю, стоит ли ее брать. Вряд ли. Может, в каких-то конкретных ситуациях-то и выручит, конечно, она. Ну, блин, пока не вижу смысла на нее переключаться. Можно, знаете, когда переключиться? Когда будет очень много башен, да, так скажем. Не то чтобы очень много, будет их достаточно. И фиг его знает, честно. Я запутался. Давайте не будем пока это брать. Мне очень нравятся эти автопушки. Буду на них копить, буду их ставить. Далеко стреляет, сильно стреляет. Так, давайте еще. Оп, давайте еще автопушку. И приятный нюанс тоже хороший, да, такой, да, что когда мы... строим башни, когда мы строим башни, то во время останавливается, можно спокойно с вами использовать способность героя, кстати. Как использовать? Оп. Опа. Нажмите удержать, чтобы узнать больше. Ну, это мы уже с вами читали. Автоматический запуск роли. А, волн. Какие роли? Волн. Даже не знаю. Давайте, да давайте. Я думаю, мы готовы к такому повороту. Тут постоянно не этот. И как раз быстрее пройдем волну. Все-таки уже, наверное, на серию потихонечку заканчивать. Не выглядело это все слишком долго и нудно. Воу. Нифига себе. Вот это тараканище тут нападает. Опа, главного завалили. Так, переключаемся. Опа. Хорош. Так, открыта новая башня. Выстреливает петардами и устраивает взрывы на большом расстоянии. Карандаш бьет по прямой бронированной букашке. По прямой бронированной букашке берегитесь. Кстати, и то, и другое неплохо. Давайте на из карандаша начнем. У меня есть идея, как его применить. Так. Я возьму вот этого. Эта букашка отогонит издалека. Не приближайтесь. А, понял. То есть нам предлагают особо не лезть на рожон, иначе мы можем погибнуть. Хорош. Так.
На карандаш я хочу вот тут поставить. Она если бьет по прямой, то есть по идее она отсюда выстрелить будет и вот всех будет скашивать насмерть. А, блин, о, чуть не добежал. Паразит этот. Ну, хорош. Ну что там, мини-гад не наберем. Играйте за каждого героя, чтобы зарядить их суперспособность. Ну давайте, давайте за каждого, значит, скажу. Завеса из паучиха скрытно перемещается в домовой завесе и в точку ослепляя, разоружая врагов в области 5 сантиметров, да? Перезарядка 30 секунд. А, 5 секунд. Вот так. Круто. Но, блин, очень слабеет. Так, давайте еще поставим этот. А что, кстати, насчет суперспособности? Как использовать суперспособности? Сейчас не могу понять немножко. Опа, нифига себе. Хорош. Это арбалет, нафиг. А ну-ка, выстреливай. Давай, давай. А, и все? Он не выстреливает, он просто тупо ударяет и все? Или что-то не так пошло, я не понял. Что сейчас было? Ознакомьтесь с пассивными способностями героя. Так, подожди, но я же ознакомился уже. У каждого героя уникальная пассивная способность, нажмите удерживайте, чтобы узнать побольше. Ну да, я же это уже знаю, я же читал это еще, не зайдя в бой, так скажем. Хорош, сразу всех вынесло. Ну, прям затащила всю волну, красава. Так, давайте, наверное, все-таки что там с вами поставим. Давайте вот сюда молот поставим. Вот тут будет полезен. А ну-ка прям сюда. Пахнет. Ух ты, оно даже убивает их сразу. Оно тупо ваншотит этим навыком. Реально, недооценивает этот навык. Наступает босс. Да, 7000 хп. Не сильно, конечно, приятно. Ну, что ты не бьешь? Слушай, блин, а видели, хоть с другой стороны он появился. Вот, суперсила. А ну-ка. А, истязатель. Перемещается в дымовой завес точку, нанося врагам в области 4500 хп. Все пулеметы, автоматические пушки, башни и переносимые турели стреляют дальше в 4 раза. Так, используем. Командная атака. Вот, кстати, для этого и говорили нам, собрать энергию у обоих. Так, а тут? Все, справились. Честно говоря, еще не совсем понял. Дом, в котором живет паук, гостиная. Короче, теперь у нас новый помощник. Запас еды. Все, опять-таки, отлично, мы справились. Можем прокачать своего муравья. Отлично, ребята, мне очень понравилась игра, мне даже аж настроение одно подняло. Собираем наши награды, понятное дело. Уф, давайте посмотрим, что у нас скажешь. Надеемся, вам игра нравится. Конечно, нравится. Давайте я вот так просто сейчас не буду заходить, ставить оценку, я просто ее скажу на этом видео. Если посмотрят разрабы, надеюсь, им тоже это будет понравиться. Получите новые улучшения. Давайте сразу бесплатные возьмем. Оп. Паук улучшит героя крит. Оба. Я понял. Типа это все.
Так, карандаш. Улучшить героя скорость атаки. То есть это дополнительное улучшение, которое мы во время боя можем улучшить. Карандаш можем теперь улучшить. Автопушку можем, кстати, тоже хорошая вещь. Автопушка просто имба. Я ее даже не улучшал, кстати, за бой. Ну, можем еще и урон увеличить во время боя за 300 болтиков. Так, самоцвет. Ладно, давайте на этом будем заканчивать, потому что здесь можно еще залипнуть надолго. Надолго, если вам понравится эта игра, если вы будете активно прожимать свои лайкосики ценные, оставлять свои комментарии, подписываться, прожимая на колокольчик, это я буду все видеть и будем обязательно продолжать эту игру. Мне очень понравилось, надеюсь, вам тоже. Дальше будет интереснее и прикольнее, поэтому надеюсь, вы постараетесь, и мы вместе все это будем играть, проходить. Очень интересно, очень классно. До следующих видосов, всем удачи, всем пока.